5 дней отдыха вы уже спланировали, как проведете этот длинный уикенд? Если нет, то сейчас расскажу, как интересно и разнообразно провести это время. Начнем с обзора культурных событий. Практически на весь уикенд к нам приедет с гастролями театр «Поиск». Это коллектив из Лесосибирска, небольшого городка в Красноярском крае. Но театралам пропустить этот визит никак нельзя, ведь спектакль «Гостей. Мертвые души» был в этом году номинирован на 3 «Золотые маски» и получил гран-при на фестивале театров малых городов России. Это новое прочтение гоголевской классики. Ну а на этом концерте точно будет полгорода. В субботу в Тюмень приедет одна из самых популярных групп вот уже на протяжении последних 22 лет. Это «Руки вверх». Кто не слышал их главные хиты? Не знаю, повезет ли вам попасть на их выступление и услышать вживую культовые песни, ведь на момент подготовки афиши к эфиру оставалось буквально пара билетов. Почти 200 артистов выйдут на сцену в филармонии. В последний выходной в областную столицу приедет один из величайших дирижеров в мире – Валерий Гергиев. Тюмень вошла в гастрольный тур его ежегодного пасхального фестиваля. Выступать маэстро будет со своими коллективами, симфоническим оркестром и хором Мариинского театра. Обратите внимание, начало выступления перенесли с полудня на 16 часов. Валерий Гергиев пробудет в Тюмени 7 часов. Поэтому маэстро решил, чего зря время терять. И вместо одного концерта даст два. Причем добавил в программу выступления для детей. Об этом и других развлечениях для юных тюменцев смотрите далее. Маэстро с оркестром Мариинского театра исполнит симфоническую сказку «Петя и Волк». Говорят, компанию ему на сцене может составить известный актер. Правда, имя его пока держат в секрете. В любом случае, билеты на это выступление очень доступны. Их цена от 400 до 800 рублей. А можно купить еще дешевле, на 50%, если приобрести также и билеты на выступление для взрослых. Театр кукол тоже на празднике устраивает акцию, только придется поспешить. Сегодня последний день, когда можно получить скидку 35%. Она распространяется на все праздничные показы спектаклей, которые начинаются в полдень. Это «Айболи», «Тумка», «Маша и Медведь», «Три поросенка» и «Бобик в гостях у Барбоски». И самый необычный детский спектакль этого уикенда дадут в космосе. Это театр теней с живой музыкой. В основе северные сказки, мифы Ханты и Манси о солнце, луне и земле. Кроме того, все истории о быте северных народов сопровождаются игрой на музыкальных инструментах. Последние дни апреля весна нам устроила сюрприз. Однако, если верить прогнозам синоптиков, то в праздники погода наладится. Хорошо бы, ведь в праздники пройдет множество мероприятий под открытым небом. Да и традиционные майские шашлыки отменять как-то не хочется. Тем более в выходные можно поучаствовать в фестивале «Битва шашлыков». Всего 3 номинации: самый вкусный шашлык, самая оригинальная подача главного летнего блюда и приз зрительских симпатий. Это тот случай, когда болельщикам быть даже, наверное, интереснее, чем поварам. Болельщики нужны и футболистам. Наша команда «Тюмень» сезон проводит крайне неудачно. Ребята балансируют на грани вылета из футбольной национальной лиги. Спасет их только чудо и поддержка. В субботу у сибиряков игра с командой «Химки» из Подмосковья. Не надо печалиться, да здравствует мир, труд май. В первый выходной на Цветном бульваре пройдет праздничная программа. Кроме музыкальных и танцевальных сюрпризов от творческих коллективов, каждый получит воздушный шар с символом весны и труда. Еще одно праздничное мероприятие пройдет 4 мая. Торжественный автопробег в честь Дня Победы в этом году объединит более 5000 участников. Транспортная колонна проедет от сквера Пограничников до Комсомольского сквера. Топ событий подготовлен совместно с пабликом «Афиша Тюмень». И на этой неделе вновь разыграем билеты на мозгобойню. И знаете, перед праздниками совсем не хочется мучить вас вопросами. Поэтому в комментариях просто ставьте смайлики, которые расскажут о ваших планах на выходные. Ну и, конечно, не забудьте сделать репост этого видео из группы «Утро с вами ВКонтакте». Итоги подведем в понедельник, а я желаю вам отличных выходных.